Светлана Алексеевич на свободе. Лилия Власова задержана по уголовному делу о якобы налоговых нарушениях. Сергей Дылевский задержан, отбывает административный арест за якобы нарушение правил проведения протестов. Максим Знак задержан. Ольга Ковалькова была задержана, получила административный арест и силой была вывезена из страны, находится в Европе. Мария Колесникова, ее пытались вывезти в Украину, она, порвав паспорт и выбравшись через окно из машины, вернулась. Задержана. Павел Латушко под давлением силовиков покинул Беларусь. Находится в Европе. Координационный совет будет действовать, будет жить, и там все больше будет становиться людей. Это несомненно. Лукашенко говорит, что он не будет говорить с улицей. А улица – это народ. Народ не тот, кто сидит по его указке записан. Да. Нет, и записывает, кого он записал, кому быть народом, а кому не быть народом. Вот это такое высокомерие власти. Оно доводит до разрыва в обществе. Это не те люди, что на улице с шариками и цветами. Как бы их ни хотели сделать, что они наркоманы, убийцы. По большому счету, Александр Лукашенко уже является таким достаточно ограниченным субъектом в сегодняшней ситуации. Сегодня есть субъект белорусский народ, который будет пытаться найти какой-то подход к окружению уже скорее Александра Лукашенко, потому что его сегодняшние заявления про космос и про то, как американцы подсматривают за тем, куда он там летает, они говорят о том, что он уже практически полностью потерял адекватность. И у нас есть уже сейчас наработки по его окружению, которое, в принципе, готово начинать какие-то разговоры. Они пока еще очень осторожничают, но тем не менее. Сама ситуация будет решаться уже не с Александром Лукашенко, потому что он совершенно не договороспособен. Так, Андрей, это очень важно. То есть вы хотите сказать, что у вас есть выход на некое окружение Александра Лукашенко, которое готово вести переговоры с оппозицией? Я скорректирую свое заявление. У нас есть возможности общаться с людьми, которые находятся сейчас на государственной службе. Многие из них обращаются с предложениями различными.